Здравствуйте, дорогие подписчики! Хочу показать лестницу, по которой я каждый день иду на водолечебницу. Смотрите, какая она большая и крутая. Ну, знаете, это даже полезно. Идешь, и даже настроение поднимается. Зарядочка. Она еще и дальше идет. Где-то спускаешься за 10 минут. Интересно. Кто живет здесь и ходит постоянно, они говорят, ох, уже поднадоело. А я здесь только недавно, поэтому даже нравится. Эта дорога выводит в город. Это тропиночка, это лестница. Сокращаешь время, идя по этой лестнице. Хочу просто показать расстояние этой лестницы и где она заканчивается. Вот мы уже подходим. Вот. А дальше уже начинается город. Кому понравилось, подписывайтесь на мой канал.